Петр Ефимович? Да, добрый день, Петр Ефимович. Хотелось бы узнать, как у вас дела на стройке. Как у нас Ивдельская станция? Да, Сергей Иванович, монтажные работы по компрессорной станции подошли к завершающей стадии. Сегодня работает 800 человек, и мы считаем этого достаточно для обеспечения пуска турбин 29 апреля. Речь идет не о пуске турбин, речь идет о том, чтобы сдать комплекс полностью в рабочем состоянии. Ну, мы это имеем в виду. Надо, чтобы каждый это твердо знал. И что дает нам досрочный пуск? По-моему, так, как мы с вами тогда рассуждали и узнавали, каждый день работы станции это 100 тысяч рублей. Так? Конечно. Реализации. Поэтому под это... Задачу должны все работать. Ну, вся беда в том, что оборудование заводского изготовления много дефектов имеет. Приходится по месту ее изустранять. Работы надо организовать на каждой машине параллельно. Сейчас последовательно вы знаете, что уже не успеем. И 29 апреля должно красной нитью во всех, так сказать, нашей агитационной работе проходить. Здесь, в районе Ивделя, проходит уральский участок газопровода Уренгой-Ужгород. Коммунисты Среднего Урала считают эту стройку наиважнейшей. Ходом ее руководит областной партийный штаб. Отсюда, на Новопсков, Петровск и Помары, далее в Западную Европу, протянутся 5 стальных ниток великой газовой магистрали. Здесь поднимутся корпуса 20 мощных газокомпрессорных станций. Все эти объекты должны быть пущены в нынешней пятилетке. А еще совсем недавно лишь охотники манси забредали сюда по следам лесного зверя. Район Ивделя, где сооружаются компрессорные станции, это район отдаленный от всех наших баз. Мы не имеем здесь своих строителей, мы не имеем элементарной производственной базы. Поэтому все, что здесь требуются настройки, и материалы, и людские ресурсы, это все привозное за многие сотни километров. Несмотря на существующие трудности, инженерная мысль аппарата «Главка», треста «Орхевстрой», «Промстройнепроект» была направлена на то, чтобы найти пути сокращения существующих сроков строительства газокомпрессорных станций. Мы применили здесь впервые в истории мировой практики бесфундаментное сооружение каркаса. Использовали скальный грунт и привязали к нему каркас здания. Впервые в истории монтаж металлоконструкции велся уже с чистовыми полами. Это дало нам, во-первых, малым количеством людей соорудить нулевой цикл и в благоприятных условиях вести монтаж каркаса здания. Да. Мы научились строить не только там, где удобно и привычно, но и здесь, в экстремальных условиях. Чтобы не везти грузы кружным путем, через тайгу пробит зимник. Время доставки материалов сократилось в 4 раза. Раствор мастерок на стройке редкость. Кирпичные перегородки заменены асбестоцементными плитами. И потому самые жестокие морозы не смогли сбить высокий темп работ. Прямо из заводских цехов в готовом виде поступает на площадку ограждающей конструкции укрупненные узлы оборудования. Четкий ритм строительства обеспечила и рабочая эстафета. Ее девиз – взаимопомощь, взаимовыручка, ударный труд. В прошлом году вы тоже работали на станции 6-й. Мы ее сдали за 8 месяцев. И областная партийная организация, областной партийный штаб поставили задачу нам построить станцию Новопсковскую тоже в самый короткий срок и сдать ее 29 апреля. Часто задают нам вопрос, почему же такая спешка вот идет на строительство компрессорных станций?
Наверное, всем вам известно из газет, по телевидению, радио о том, что 26-й съезд нашей партии поставил задачу в этой пятилетке протянуть 5 ниток газопровода и построить компрессорные станции на всех газопроводах. И в чем важность? Ну, во-первых, у нас 30% топливно-энергетических ресурсов – это сегодня газ. И вторая задача – это политическая. В связи с тем, что Рейгановская администрация в свое время отказала нам в выделении механизмов, машин, запретила другим странам капиталистическим продавать нам машины. И мы, как и раньше, решили доказать капиталистам, что Советский Союз может построить все газопроводы без их помощи. Каждый рабочий на стройке понимает огромную ответственность за дело государственной важности. Для бригады Виктора Рублева не бывает работ незначительных и мелких. До февраля месяца наша бригада ходила в передовых, но в феврале у нас получился срыв. Немного было брака, пока переделали, задержались. Но в данный момент у нас темпы наращиваются. На сегодняшний день у нас процент выполнения 185. Ну, думаю, сдержать такие же темпы и в будущем. Я Горбунов Александр. Работаю на этой стройке сварщиком. Ну, работа мне здесь нравится. Во-первых, большой объем работ. Ну и разнообразие большое. Ну, помимо основной квалифицированной своей работы, приходится выполнять и низкоквалифицированные работы. Так как этого требует стройка, сдаточный объект, и приходится выполнять все работы. Это вам, значит, вместо того, чтобы, как было поручено вначале, делать все 8 машин... Время торопит. Вам пошли на уступку и сказали, двухмашинный агрегат... Все энергичнее, все напряженнее, пульс стойки. Первая механизация делает 6 агрегатные, и все, кончим на этом. Да, хорошо. А то вас 1000 человек сюда посылают, и 1000 задают вопрос один и тот же. Не можете себе собраться никак. А? Возьмите. Вы где живете? Есть вот заказчик, есть генподрядчик вот. Генподрядчик вот рядом сидит, напротив вас. Пора узнать его. Стройка стала для многих школой эффективной экономики. И уже нет сомнений, что и эта станция будет пущена досрочно. Ивдельская компрессорная, словно заветный ключ, сработанный уральскими мастеровыми, откроет путь сибирскому газу в центр страны.